алкогольный магазин. Тут, конечно, ассортимент даже не могу перечислить какой. Он просто огромный. Виски, коньяки, дорогие, дешевые, всякие разные. Чего только нет. Вот. Напоминаю, что употребление алкоголя вредит здоровью. Значит, ликеры, шерри какие-то всякие разные. Ликеры. Потом еще какие-то японские, китайские, с иероглифами, без иероглифов. Вот кто хочет, допустим, попробовать в маленьких таких бутылках. Такую вот штуковину видела в России, Jägermeister, но это у нас считается вообще, что такое, как одеколон. Я такое не очень, ну, вернее, даже не пробовала, там один запах убьет наповал. Вот, но вот алкоголь из фрая есть, алкоголь фрая вина, безалкогольные вина. Тут всякие шампанские, просека, вот. Португальские вина. Конечно, очень большой отдел. Вина идут из всех стран мира. Португалия, Европа, Чили, Южная Африка, там еще какая-то Северная Африка. Чего только нету. Местные наши. Баден, Райнгау, Сицилия, Сюд Италия, Южная Италия, Миттель Италия. Просто Аргентина, Чили, наш Райнгау. Ну и вот тут вот такой вот отдел, премиальные всякие шампанские. Шампанское Моэт подорожало. Ну, в зависимости тоже от того, какая бутылка. Маленькие есть, а больше всякие разные. Тут французские вина, Бордо, Бургундия, Роны. В общем, такой вот магазин алкогольный, большим ассортиментом любых напитков. И тут есть вот также бар, можно все что угодно попробовать. Я пока снимаю видео, смотрю, в магазин пришел мой супруг и уже стоит в отделе суров. Это вообще чудо, как удивительно. Сейчас мы встретимся. Мы пришли не вместе в магазин. Вот Свен стоит. Шляпы выбирает сыр.